ВОС, уважаемые преподаватели, ученики, родители, Международный союз Кёкушин-профи и Федерация фулл-контакт карате России сверстали свой единый календарь спортивных массовых мероприятий на 2022-2023 год. Хочу отметить основные. Международный союз Кёкушин-профи проведет международный турнир Сибирь, Азия, город Красноярск. Международный турнир Кёкушин-профи, Республика Беларусь, город Могилев. Также мы будем участвовать в международном турнире Канче, чемпионат Пересы в Болгарии. Ну и основное мероприятие, это уже традиционный наш международный кубок Содружества, который пройдет 14-17 апреля в городе Москва. Также мы проведем два учебно-тренировочных лагеря, где в течение 10 дней наши ребята будут готовиться к Q и дам тест. Это город Анапа и поселок Ливадия, Приморский край. В 15 субъектов Российской Федерации под руководством Федерации фулл-контакт карате России пройдут чемпионаты и первенства. Также мы проведем чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа. И наша сборная команда будет участвовать в командном кубке Альянса открытых Кёкушин в городе Москве, в чемпионате и первенстве Альянса открытых Кёкушин в городе Казань. И наша сборная также примет участие в Кубке России, город Москва, и в чемпионате и первенстве России Федерации ФКР, город Грозный. Все эти мероприятия мы с вами проведем дружно и слаженно. Более 100 тренировок преподавателей с 1 сентября приступит к обучению наших учеников. Хочу всем пожелать удачи, стойкости и открытия новых талантов. И проведем весь наш учебный год под нашим лозунгом «Лучшие учатся у лучших». ВОС!